Выехал я на рыбалку. Думаю, подкопаю червячков. Начал копать здесь червей ножом. И наткнулся вот на таких вот красивых личинок. И мне пришла в голову идея посмотреть, что с них получится, что с них вырастет. Сейчас мы их переместим в контейнер. И будем кормить. Они совсем маленькие, не больше пальца. Они были в районе муравейника. Ну, я начал копать, наткнулся под землей на мурашей. И вот такие вот личинки там были. Я тут взял такой вот контейнер. Сейчас сделаю в нем дырочки, отверстия. И перемещу их туда. Ну, а дома посмотрим, что с них получится. Алиса, привет. Пойдем помогать будешь. Видосик снимать. В общем, добрался я до дома, подготовил контейнер. Мертвую кору от дерева, так как этих личинок я нашел в земле с трухой какой-то старой древесины. Вот сейчас откроем, посмотрим, как они себя там чувствуют. В этот контейнер мы их пересадим, положим туда эту кору, смешаем с землей. Здесь я подготовил чуть-чуть еще земли, так как с леса я мало взял торфа. Ну и будем наблюдать. Кстати, этот контейнер, в этом контейнере мы гусениц бражника, личинок инкубировали. Так, посмотрим, что здесь у нас получилось, пока не доехали. Так, все нормально. Один есть. И второй есть. Вот они. Сейчас поближе снимем. Вот какие-то такие они вблизи. Это уже заползла под кору. Сейчас подготовим мы им домик и поместим их туда. Так. Угу. Как-то так. Положим сюда. Они там уже разберутся, куда залазить, куда не залазить. Так-с. Так. И сверху еще закидываем тоже субстрат. Ну, в принципе пойдет. Вентиляция сверху есть. Сейчас надо аккуратненько переместить. Даже не знаю, как это сделать, чтобы не повредить. Посмотрим, будут ли они зарываться или нет. В общем, эксперимент, то есть понаблюдать за их жизнедеятельностью и посмотреть, в кого они превратятся. Сейчас я еще субстрат чуть-чуть увлажню, чтобы он был более влажным на ощупь, потому что там очень мало влаги, чтобы личинки комфортно себя чувствовали. Может быть, сверху еще листьев положу каких-нибудь для
удержания влаги. Через недели две, может быть, ну через недели 3-4 заглянем к ним и посмотрим, что с ними случилось.